присвоить 18-му штурмовому авиационному полку почетное наименование «Гвардейский» и впредь именовать его 18-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Боевые летчики из Черниговки стали гвардейцами. Воинское формирование удостоено высокого звания за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. И сегодня выполняют боевой долг в зоне СВО.